Пусть даже родилась она в Канаде, зато известна всему миру с юных лет. Сниматься начала еще в рекламе, но вскоре стала героиней кинолент. Играла в хоррорах, фантастике и драмах, запомнилась по фильму «Сайлент Хилл» и многих популярных сериалах, как только у нее хватало сил. Так выросла талантливой актрисой. Любую роль она исполнит на ура. Но для поклонников останется невинной. Лесса Гиллеспи, пожалуй, навсегда. Ее актерская карьера идет в гору. Сама же хорошеет каждый год. Такая умница, милашка это к слову. В аллею славы точно попадет.